Как будет работать епархия в дни распространения коронавируса? Этот вопрос обсудили в Новосибирске. На епархиальном совете побывали наши коллеги. В епархиальном управлении под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялось заседание епархиального совета. Основным в повестке дня стал вопрос жизни и деятельности Новосибирской епархии в период острой эпидемиологической ситуации в регионе. Российской Федерации, Новосибирской области, в частности, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, введен режим повышенной готовности и проведен ряд мероприятий по обеспечению безопасности граждан. Также был рассмотрен ряд текущих вопросов, касающихся работы епархиальных отделов и комиссий учебных заведений Новосибирской епархии.